Так, этот кусочек я все-таки поставлю первым. Сейчас вы будете смотреть, как я делала шарлотку, но это не та, это другая. Здесь, смотрите, дно, оно не подгорело. Оно не подгорело. И она такая все румяная, красивая шарлотка получилась. А ту, которую делала я, там у меня подгорело дно, потому что яблоки я выкладывала. Вы уже увидите, дальше будете смотреть, увидите, я там выкладывала вот так вот яблоки, а потом остальную часть яблок я смешала с тестом и уже выливала сюда. И эти яблоки, они сгорели, понимаете, сгорели, капец, просто черный уголь. И получилось так, что пришлось донышко у шарлотки вычищать. Вот, но в этот раз я сделала по-другому. Я тоже также постелила пергамент. Его я смазала растительным маслом, хорошо, обильно так. И яблоки на дно я не выкладывала. Я просто яблоки перемешала вместе с тестом и распределила по всему противню. Вот результат. Прекрасное не сгоревшее дно. Румяная. Вот такая вот красота. Так что не бойтесь, делайте шарлотка, она очень вкусная получилась. И сюда я не добавляла масла. Вот. Всем приветики. Сейчас мы будем с вами делать шарлотку. Классическая шарлотка с яблоками. У меня вот такие вот яблоки. Я взяла 3 штуки, не знаю, хватит, не хватит. Вот 2. Вот еще одно, которое начала уже резать. Я просто вырезаю сердцевину. Вот, я буду делать 2 шарлотки, но покажу только одну. Одну я сделаю сегодня, а вторую сделаю я завтра. Там надо для мамы. Вот, значит, у нас сахар, сметана по желанию. Вот, масло тоже по желанию. Вот. И мука. Все в дальнейшем покажу, да. Ну и, конечно же, яйца. Яблоки я режу вот на вот такие вот, так сказать, полудольки. Вы можете резать так, как хотите вы. Так, яблоки порезала. 3 штуки большие. Получилось 746 граммов. Если кто смотрел, кто не смотрел, можете посмотреть, у меня на канале есть. Я рассказывала про одно приложение Fat Secret. Это программа, которая подсчитывает калории. Вот, и туда же можно добавлять свои собственные рецепты. Вот для этого нужно знать, конечно, граммовку. Такие весы нужны. Вот. Поэтому, короче, это я делаю для себя. Ну, в общем, что я хочу сказать. Мне кажется, то, что этих яблок будет слишком много. Поэтому, наверное, половину этой порции, я думаю, будет вполне достаточно. Ну, а дальше время покажет. В общем, сейчас мы будем замешивать тесто в такой вот глубокой чашке. Так, и в этот раз я решила взять 5 яиц, потому что я хочу сделать на большой противень. Надеюсь, у меня получится. Обычно я беру 4. Можно 3-4 яйца или 3 на небольшую шарлотку. Я беру на большую. Хочу большую. Поэтому беру 5 яиц. Они у меня мытые. Я их помыла. Вот они мокрые. Сейчас мы будем их добавлять сюда. Так, готово. 5 яиц. Теперь мы сюда добавляем сахар. По-моему, там... Пышнее делай, побольше. Муки не жалей. Ну, забивать тоже муку нельзя, но тесто должно быть жидкое, а не забитое. Ванилью, яблоками, ладно. Вот так. Сахар сюда. Где-то 2, 1,5-2 стакана.
Два даже, кстати, это будет много. По-моему, будет даже достаточно одного стакана. Я беру вот такой стакан. Я думаю, не у всех есть. Ну, обычный стакан, кружку. Можно полторы. И достаточно. Так, вот я насыпала сахар. Именно по вот эту полосочку. Мне получилось 176. Это чисто сахар. А вес стакана я уже отняла. Вот, когда нажимаете тара, когда ставите посуду, нажимаете тара, посуду обнуляет. И тогда добавляете продукт, и он показывает именно вес продукта. Это для тех, кто, у кого нет таких весов, кто не знает. Вот, получилось 176 граммов. Вот, вот такой вот один стакан. Сейчас мне его надо сфотать. Для себя. Так, готово. Теперь мы будем сначала взбивать понемногу яйца и потихоньку добавлять стакан сахара. И, скорее всего, я добавлю еще половину. То есть полтора стакана сахара. Взбиваем. Так. Я сейчас еще немного взобью и буду добавлять понемногу сахара. Одной рукой держу телефон, другой рукой миксер, поэтому третьей руки нет. Немножко неудобно. Вот уже. Такое вот уже пушистое. Здесь стакан сахара и 5 яиц. Вот я еще добавила половину стакана. Получилось 100 граммов. Вот. Хотя, может быть, у меня первый раз весы неправильно показали. Не знаю. Ну, добавим как есть. Вот. Уже 99. Ну, плюс-минус это не критично, это не так важно. В общем, в среднем еще 100 граммов. Также включаем, взбиваем и потихоньку, по чуть-чуть добавляем сахар и взбиваем вот такой до такой вот пышного состояния. А потом добавим сюда сметану, масло, наверное, половину масла я добавлю, разрыхлитель, мука, ванильный сахар. Там, и, ну, в общем, дальше уже все покажу. Так, вот. Такое вот. Получилась пушистая такая вот масса, яйца, 5 яиц и полтора стакана сахара. Сейчас мы сюда добавим либо пол, либо 250 грамм, либо 500 граммов сметаны. Все-таки, наверное, я попробую всю добавить сметану. Это будет наш с вами эксперимент. Вот. Такая вот сметана. Сметана. Так. Угу. 492. Но это не факт, потому что здесь немножко поверхность неровная. Уже 93. Вот в прошлый раз, когда я взвешивала, было ровно 500. В этот раз, ну, это на самом деле не так уж и важно. Вот. Ну, в общем, так, это надо нам тоже сфотать. Так, сфотала. Все, будем добавлять потихоньку и взбивать. Так, вот. Всю сметану добавила сюда. И сейчас мы будем все это взбивать. Thank you.
В общем, это можно еще минутки 2-3 позбивать и добавить масло. Вот такое вот масло, сливочное масло, 200 граммов. Здесь у нас 201. Ну, это еще плюс упаковка. Все-таки я решила ровно половину, 100 граммов добавить в тесто. Так, вот, ровно 100 граммов масла отделила, положила сюда. Ну и это тоже сейчас все будем хорошенько взбивать до однородной массы, а потом уже будем добавлять муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Один пакетик того, один пакетик того. Один разрыхлитель и один ванильный сахар. А это на второй пирог на завтра. Так. Вот. Такой ванильный сахар. Так, в общем, сейчас я это все забью. Потом покажу. И будем добавлять муку. Так, взвесила еще раз. Пустой стакан получился 245, но в прошлый раз, когда я сыпала первый раз сюда сахар, он у меня был на нуле, я его обнуляла. Поэтому я думаю, что все-таки граммовка у меня правильная. А сейчас мы будем добавлять муку. Мука, значит, сейчас мы делаем, заготовим первый стакан. Вот мука. Туда мы добавим ванильный сахар и разрыхлитель. Потом все это будем взбивать. А дальше уже еще добавим еще стакана 2, может 3. Уже посмотрим, какая будет консистенция нашего теста. Вот так вот. Так. Одна столовая ложка примерно. Так, погоди. 0. Одна столовая ложка примерно где-то 20 граммов. 17. Ну вот плюс-минус, если что, вы будете знать. Да, одна столовая ложка. Так, вот уже 40. Так. Что-то горело. Это не горело, это спичка сгорела. Я духовку включила. Так. Как бы телефон положить, чтобы он не упал. Вот так у меня есть разрыхлитель. Полностью высыпаем пакетик. 10 граммов. Стакан. И ванильный сахар. Потом всю эту муку перемешаем там. И добавим. Вот ванильный сахар. Как пахнет. Хорошо, телефон не упал сюда. Так, я вот сюда добавила, вот он, сахар и разрыхлитель. Еще добавим сверху муки. Все это перемешаем. Так, все это мы перемешали, 108 граммов, еще добавим муки. Ну, получается, в среднем, да, где-то вот стакан муки вот такого, да, где-то 100-127. Ну, даже 100 граммов, если отнять ванильный сахар и разрыхлитель по 10 граммов, они здесь. Поэтому стакан муки получается 100 граммов такой. Стакан муки. Все, постепенно я его сейчас буду добавлять сюда.
Нет, не постепенно. Мы сделаем так. Так, один стакан есть. Чтобы это все не разлетелось, мы делаем вот так. А потом уже будем включать миксер. Так, вот, а теперь мы включаем. Так, весь процесс показывать не буду, чтобы долго не занимать. В общем, я сюда добавлю еще примерно 2 или 3 стакана муки, постепенно вот так вот добавляя. Вот, а потом уже дальше уже покажу, что какое получилось тесто. И будем добавлять яблоки. Так, 2 стакана муки у меня здесь есть. Тесто получается вот такое. В принципе, этого может быть и достаточно, но уже, ну что ты, фокусируйся. Вот, может быть, этого и достаточно, но я добавлю еще 1 стакан муки. Оно будет гуще. Вот, но я надеюсь, что оно будет попышнее. Вот. То есть в целом получается 3 стакана муки. Вот таких вот 3 стакана муки. Вот 117 граммов. В среднем вот такой вот стакан 117 граммов. Так что если что, у кого есть такой стакан, знаете, но это не принципиально. В принципе, все делаете просто на глаз. Какая консистенция теста вам нравится, такое и оставляйте. Но если оно чуть-чуть будет побольше муки, ну так сказать, не сильно, чтобы прям не густое-густое сильно, а такое вот немножко жиденькое. Вот. Ну, и тогда уже заливаете яблоки, и оно будет пушистым. Чтобы оно поднялось, короче. Так. Так. Здесь у нас ровно 3 стакана муки. Я думаю, этого достаточно, потому что оно уже прям густое. Густое получилось. И сейчас мы этим будем заливать. Или точнее сюда добавлять яблоки. Все это мы это перемешаем, а потом на противень и в духовку на 180 градусов. До выпекания это примерно где-то минут 40. Так, подготовила противень, застелила пергаментом, выложила несколько кусочков яблока. Это по желанию. Хотите, можете сделать так, можете нет. Вот, а теперь все остальное, ну, может быть, не все. Мне кажется, здесь много слишком яблок. Но посмотрим. Добавляем сюда, а потом будем распределять все по всему противню. Надеюсь, теста хватит. Так, ну вот. Вся тарелка ушла. Получилась вот эта емкость полная. Вот. В принципе, все нормально, на мой взгляд. Ну, там уже будете смотреть сами. Можно и 2 яблока. Вот, все это перемешать обязательно надо. Все хорошо. Чтобы полностью яблоки были покрыты тестом. А потом мы будем все это распределять на противне. Так. Ну и завершающий момент. Вот она, наша красавица, наша шарлоточка. Я распределила все полностью по всему противню. Все постаралась максимум до капельки вышкребать, так сказать. Вот, это большой противень.
Я все распределила, все постепенно, по чуть-чуть выкладывала, распределяла все до капельки. Вот, а теперь мы все это в духовку. Духовка у меня уже готова, она у меня уже давно согрелась заранее на 100, ну да, на 180 градусов, где-то 100, ну да, 180 градусов. И теперь мы это будем запекать, где-то минут 40, наверное, достаточно будет. Вот, а потом покажу уже результат. Та-дам! Вот она, красавица. Немножко тут поджарилась. Да. Что-то тут подгорало, непонятно. Запах. А, это, наверное, кусочек теста. Чуть-чуть подгорел. Хотя у меня немножко подгорел пергамент. Поэтому запах шел горелого. Но не шарлотка. Шарлотка, вот она, красавица, какая получилась. 52 минуты. 52 минуты она пеклась. Вот они, эти яблочки. Яблочки здесь. Сейчас она горячая. Остывает. Вот. В общем, как остынет, я потом покажу, какая она в разрезе. Сильно она почему-то не поднялась. Может быть, все-таки не надо было масло добавлять. Я помню, у меня есть видео, я добавлю сюда в конце этого видео. Добавлю рецепт, где я делала шоколадную шарлотку с вишней и банановую шарлотку. Вот я помню, делала шоколадную шарлотку. А она у меня прям очень хорошо поднялась. Вот. Но я туда масла не добавляла. Может быть, это из-за масла? Оно сильно не поднимается, тесто. Не знаю. Вот. Ну, что-то вот как-то не получается. Сильно не поднимается. Но она и так очень вкусная. И, в принципе, нормально. Вот. А вторую я уже завтра для мамы сделаю. Вот. А еще в комментариях я... Если не забуду, я оставлю рецепт. Вот. Если в комментариях рецепта не будет, пишите. Напоминайте, я напишу полный рецепт. Вот. Та-дам! Вот она, шарлотка. Это просто-просто класс. Она на самом деле очень мягкая и она очень вкусная. Только что я хочу сказать. Не повторяйте моих ошибок. А то есть, не выкладывайте на противень яблоки. Они сгорели просто от слова вообще. Дно очень сильно сгорело. Вот. Вот. То есть, вот. То есть, чтобы вы понимали, это только лишь кусочек. А так оно было вот так вот полностью, полностью, полностью. Где были яблоки, было вот таким черным. То есть, они просто сгорели. Я думала, горел и воняло горелым, что это пергамент. Оказывается, нет. Но почему я так сделала? Потому что раньше я всегда так делала. Выкладывала яблоки на противень. А потом сверху заливала тестом. Уже смешанные с яблоками. И ничего как бы не горело. Вот. Но я еще обычно маслом смазывала. В этот раз я маслом не смазала. Понадеялась то, что у меня есть пергамент. И масло не нужно. Ну вот. В общем, теперь больше я так делать не буду. Я буду смешивать сразу вместе с тестом. И уже одно тесто с яблоками выливать на противень. И вы тоже не повторяйте моих ошибок. Не выкладывайте яблоки отдельно на противень. Иначе приводит вот к такому результату. Но я это дно почистила. И шарлотка, вот они яблочки здесь. Вот это вот тесто, оно такое мягкое. Оно очень вкусное. Поэтому не бойтесь, делайте, просто не выкладывайте яблоки на противень, а сразу смешивайте с тестом. Вот и все.
Вот, а на этом я заканчиваю. Такая вот шарлотка. Здесь у меня какао, ну и Comedy Club. Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Всем пока.